Здорово! Сейчас мы посмотрим ролик KingDM, который называется 10 вирусных видео на Twitch, в самом популярном моменте на стриме. Как вы знаете, мы активные пользователи Twitch, да? Настолько мы... активны, что иногда на нем стримим. Иногда на нем стримим. А я не... Смотрим всякие аниме, да. Фильмы, мультфильмы, фильмы. Мультфильмы, мультфильмы. Ты уже повторяешься. Ну, кстати, знаешь, что я хочу сказать? Что я с мной на Twitch не сижу, вообще никаких стримеров не смотрю. Я тоже. Вот активные пользователи Twitch, офигенно просто. Активные пользователи. Пользуемся. Пользуемся площадкой. Не смотрители, не смотрители, а пользователи. А запускатели. А, ну ладно, тогда наверное, короче, нормально. Короче, запузыриваем Twitch. Можешь найти ссылку, знаешь где? В описании, но каналы. Не видео, каналы. Угу. Вот. А мы поехали смотреть KingDM. KingDM. Нет, эй, what's up? И думаю, вы так же, как я, уже профигачили половину лета. Либо валяясь перед компом, либо в кровати с телефоном, смотря сериалы или стримы. Котика напугал! Ну-ка, тащи свою задницу сюда! Welcome to the club, buddy. Не, ну... Кто же знал, что это может быть так весело? Плюс, там как бы нет сценария, поэтому может произойти любая дичь. Как? Вот она. Приклеил жвачку. Поэтому сегодня мы глянем на 10 самых популярных и безумных роликов с Twitch. Ну и перед началом, и мне плевать, что сейчас лето, сделайте себе чай. На 10 месте на Twitch под названием «Ниндзя в гневе». Думаю, многие из вас знают, кто такой ниндзя. Но для тех, кто не в курсах, это один из самых популярных и скилловых стримеров на данный момент. Я чувствую себя вот этой уткой, подожди, которая вылезла с попа. Подожди, что он делает? Он разминает наушники, чтобы было лучше слышно. Да, он их, значит... то есть, растрясает, правильно? Да, да, именно так все но происходит. Растрясает. Конечно. Там, видимо, гирдатчик какой-то плохо сработает, и уши неправильно выдает звук. Да. I'm done. И который побил рекорд Твича с онлайном 640 тысяч зрителей. Но каким бы вы крутым и скилловым игроком ни были, обязательно найдется школьник, который выведет вас из себя. Что и произошло с ниндзей. О, сбежал. Ой-ой-ой. Oh, fuck you, faggot. The fuck you say to me, you little shit? How are you not in fucking school? You kiss your mother with that mouth? It's called you kiss your mother with that fucking mouth? Oh my god, why are you so angry? Because the fucking youth of society. You shut up when I'm talking to you! You shut your mouth! На девятом месте у нас клип под названием «Нападение». У него что-то психика неуравновешенная. Ну да, чуть-чуть. Слушай, он очень на нервах. А обычно дотеры такие, как я видел. А, так это походу вот папич оттуда. Вот он. Слушай, а вот этого чувака я слышал про него. Это... У него наклеенные усы и наклеенные волосы. Какого-то его зовут, господи, я забыл. Я думаю, он KingDM поможет, да? Короче, его забанили на Твиче. За что? За что-то. Спасибо, Антим, за очень ценную информацию. Как я без этого жила? Ладно, давай посмотрим, нормальный человек нам расскажет. Нападение на Дока отрядом китайцев. Доктор Дизреспект один из моих доктор, самых доктор любимых вот. Стримеров. И, к сожалению, он очень, ну прям чересчур часто любит угорать над азиатскими игроками. Поэтому, походу, его забанили. А, да, да, да. Я поняла. Походу, да. Тайвань номер один! Он специально еще акцент делает, да, такой типичный? Да, ну конечно, ты что-то не любит. Из-за чего даже был обвинен в расизме, но... Благо, все закончилось без бана. И на одном из стримов по как без бана? Мы забанили. На него так это, походу, ролик достаточно старый. Да. Теперь, видимо, забанили все-таки. Забанили, да. Может, разбанит еще? Он, кстати, судится с Твичом.
Да? Да, потому что много контрактов похерилось. Он пришел на YouTube, а на YouTube нет таких просмотров. Ну, понятное дело, когда ты стример на Твиче. На YouTube алгоритм плохие. А ты понимаешь, что же самое, как ты с YouTube пришел на Twitch, такой ждешь славы своей звездной. Нет, если популярность таки на одной площадке, то очень сложно другую переходить. Ну, хотя некоторым не ты сложно. Ты много переведешь людей, но это только, не будет. Только если ты не такой суперпопулярный, что прям ты везде на слуху. И ты будешь в ТикТоке популярным, в Инстаграме и в Ютубе, где угодно. Вот какой-нибудь, не знаю, там, Крид придет на Twitch, все, сразу у него тоже будет хороший онлайн. Ну, не сразу, как бы, ну, постепенно. Ну, будет. Но быстрее, чем основной людей. Дядьки стрим-снайперов! Doc, hop in, Doc. Doc, hop in, Doc. Look behind us, Doc. Нападение! Сцена на него, на одного, месть, видишь? Месть, месть! На одного, видишь? Да, это месть! Они сейчас скоротируют каким-то кличем. None of these cars start! Специально так сделали. Убили. Dude, they cannot be shot! На восьмом месте у нас снова клип от доктора Дизреспекта, но, к сожалению, на этот раз случай нифига не веселый. И это произошло буквально недавно. Ролик на Ютубе собрал уже почти 8 лямов, а на Твиче уже 3 ляма. На одном из стримов Дока, где он просто катал в Call of Duty, один из его зрителей просто подошел к дому стримера и начал обстреливать ему двери и окна. В смысле, в реальной жизни? Это ж пипец полный. Это же жесть. Обстреливать, заметьте. А я вот говорю про это, когда ты популярный, тебе вообще нельзя палиться, где ты живешь. Так это же жесть вообще. Это жестко. Так хейтер пришел, получается. Что за дичь? Прятаться надо. А прям настоящим или нет? Лёнь, снял маски все. I got it in the broadcast right now. Someone shot at our house. Broke the fucking upstairs window. Еще разбили окно. This is the second shot. Someone shot yesterday. Надо в полицию заявлять, это же уже, ну, капец. Наставить камеру было, словить его. Так это жесть, как... так он, наверное, маску одел там, всякое такое. Офигеть. Upstairs, right? You're driving by, right? You fuck... You pussy! Но Док написал в Твиттере, что чувака поймали, и оказалось, что он психически нездоров. И это уже конечно. Не единичный случай. Так все равно страшно. Очень страшно. Дело, такие же, очень страшно. Если бы знали, что такое, мы не знаем, что такое. Ну, а так очень страшно. Не, ну это жесть. А может быть все что угодно произойдет. Да, конечно. Ну это капец. Он же может покушиться на... Покушиться. Так накушиться, что прям капец. В седьмом месте у нас клип от Энди Милонакис. Самый веселый Мишка стрим написано. Снайпер. Один из его зрителей, когда тот стримил, был неподалеку, поэтому решил просто незаметно подойти и потанцевать у него за спиной. Ха-ха, Тверк! Вообще, смотри, у него прикольно, у него на майке написано реально Мишка. По-русски. А я думал, он русский. Нет, получается. А, он не русский. Смотри. На стриме. Прикольно. Что есть еще в маске? Чат не читает? Читает, верно. Все. На шестом месте у нас клип от Джей Стризи. Стрим с Японии. И... Я хз вообще, как это объяснить, поэтому просто гляньте клип. Wait, what? Что? Унизила своих же чуваков. Это жестко. Вообще. Что? Что это такое? Что? Okay. Что? Он проверяет, смотри. А, ему бы. Нормально, без комплексов, девчонки. I'm from California. California, yeah. Ооо, такие, ооо, на огурчик показывают. Нормально. Yeah. California size. 10 centimeters, yeah. Сам угорает. На пятом месте у нас клип от Шрауда, король Хасиэнды. Если кто не в курсах, Шрауд бывший киберспортсмен по CSGO. Потом CSGO ему надоело, так же как и мне. И он решил стать стримером. И на данный момент он считается одним из лучших игроков PUBG. И его клип, где он побил мировой рекорд. 8 киллов за 20 секунд. Ничего себе, демон. Да как это вообще? Он сейчас приземлится, как начнет крошить. 8 киллов за 5 секунд. Сейчас крошить начнет. То есть 20 секунд? Залутал кого-то быстро тогда, или что? Ну, это? Нашел, да, быстро. Okay. Время ждет, смотри. Раз. Раз, два, три, четыре, пять.
6, 7, 8, 9, 6, 8, вот-вот, двое сразу прям. Пацаны, недавно на Reddit'е я узнал возможные настройки Шрауда. Вы все, кроме сглаживания и постобработки, ставите на самые низкие. Текстурки можете на средние чтобы, видимо, и высокие был быстрый, да? И, блин, чтобы кажется, самый это работает. Был. У меня раньше было 80 FPS, сейчас 130 FPS. И я умудряюсь сделать... А от FPS же очень много зависит, получается. Скорость твоя. Просто самое интересное, что глаз, в принципе, воспринимает, там, то ли 70-80 максимум. Ну, типа, чтобы не зависало, наверное, или зачем это делается? А, хотя это битрейт, чтобы не зависало. Я не знаю, зачем тогда. А 6-8 киллов. Поэтому, если у вас лагает игра, то советую попробовать этот способ. На четвертом месте у нас клип Джаяна и Ли. И связан он с расизмом. О-о-о. Вот, например, если взять доктора Дизреспекта, ну, блин, понятно. Не, ну это жестко вообще. Взял чел, подсел и начал вот так вот. Не, ну это да. Это вообще очень некрасиво. Это... Похоже на уровни каких-то, не знаю, детсадовских дразнилок, когда там человек в очках какой-нибудь, ему там начинают там, типа, вот так вот. Что Док это делает в шутку? Камон, я сам, когда иногда в тиме бывают китайцы, говорю, типа, ни хао, чайна намбава. Голосы намбава. Но, чайна намбава. Но, голосы намбава. Но, чайна намбава. Ну, понятно, что это в шутку, и даже чуваки из Китая тоже с нами рофлят, и никто не обижается. Но, блин, вот это уже пипец. Да, ну это жестко вообще. Еще жестко, что? Ну это, видимо, бухие какие-то мужики. Да, в принципе, когда ты пристаешь, так это не очень комфортно. Так это ужас какой-то. Так бухие какие-то личное мужики пришли, а вдруг еще здоровые дядьки, еще издеваются. Так это могли издеваться. Мы осуждаем такое вообще. Я уж осуждаю ужасно. Я вообще ненавижу пьяных вот этих вот всех тел. Ведь эти пьяные тела, это просто супер мерзко. Когда они ходят, вот это начинают доколупываться, это просто, блин, жесть, ужасно, отвратительно, фу. А что, стример? Нет, она стримит, видимо. А он пришел и начал так делать. Еще один друг. Старики здоровые, дядьки. Да, взрослые причем. Там за 50, ну то есть под 60 лет мужикам. Ну, видимо, выпили такие и все. Так и что? И понеслось. Так все равно отбитые какие-то. Ну, понятно, фу. Что отбитые, да? Вы говорите, много людей видит сейчас. А, это немцы. Она говорит, будь хорошим. А, вот, видишь, получается, на пивнушке, и вот флаг Баварии. А я поняла, где она находится. Это пивнушка Hofbräuhaus, я знаю. Это самая популярная пивнуха, самая такая туристическая в Мюнхене. На Октоберфест и все такое. Вот. Да. На третьем месте у нас клип от Manuel Ferrara TV с Райли Рейд. Объяснять, кто это, думаю, не стоит, поэтому просто гляньте клип. Нормально? Все нормально. На втором месте у нас клип от пользователя PGS9073. Как недавно писал чувак в моей группе. Кстати, подписывайтесь на мою группу, ссылка в описании. Всегда найдется азиат, который лучше тебя. Чтобы вы поняли, чуваки просто поставили на стриме видос танцующей девушки. И при этом хавали дошик и ждали лоха, который задонатит. И ведь реально задонатил. 100, что это было? Чирсы. Сколько? Это как мы рыбку поставили на стриме. Да, смотрите, да. На рыбку. И хомячка. 12. Да. Ням-ням-ням-ням-ням. А ты, видимо, угораешься в чате. А на первом месте у нас самый популярный ролик на Твиче на данный момент. От стримера JSD Streams. А чтобы вы поняли всю абсурдность, чувак просто запустил трансляцию, во время которой планировал просто пообщаться со зрителями в чате, но за 2 часа вообще никакой активности не было, поэтому он просто уснул. А когда проснулся, то увидел, что его смотрят более 400 человек. Сам ролик...
Нормально поспал. Мне кажется, какой-то популярный просто стример пришел, и он сказал прикольно, и перегнал туда аудиторию, и типа, давайте посмотрим этого чувака. Да? Может быть, что-нибудь. Ой, классно, смотри, заметил. Ролик сна уже собрал почти 3,5 миллиона просмотров на Твиче, а количество подписчиков увеличилось со 100 человек до 1500 человек. О! На этом, пожалуй, все. О, как просто поспать. Ты понял теперь, откуда берутся слипинг-стримы на Твиче? Популярная тема. Вот откуда. Все, напробовать поспать. Надеюсь, вам понравилось. Присоединяйтесь к нашей нормальной YouTube-семье. Всем огромное спасибо и всем пока. Не, на самом деле, мне нравится, чем стримы, ну, когда они нормальные стримы, что там могут произойти всякие разные моменты, которые ты просто не ожидаешь. Могут реально какие-то неожиданные прикольные штуки произойти, и в этом плане круто, но при этом может быть какая-то дичь. Да. Потому что я сразу вспоминаю всяких этих трэш-стримеров, что там у них на стримах происходило, это прям очень жестко. Особенно, когда понабиваются, у них вообще крыши сносят. Ой, это вообще ужасно. Такая дикость начинается. Да, то есть люди вообще себя как-то не контролируют, получается, не то, что не контролируют, получается, они такие как бы в своем подсознании. Потому что есть люди, которые после воздействия алкоголя по-разному себя ведут. Кто-то засыпает, да, кто спокойно, кто становится вообще таким дико неадекватным. И получается, где-то глубоко в них там сидит вот эта вот чертовщина. Сущность в виде гномика. Которая вот из алкоголя вылазит наружу, получается. Ну да, да. И вот эта вот вся их так гадость какая-то прет. Ну, короче, я скажу еще раз, что мне я не люблю людей, которые так вот прям напиваются. Очень противно. Вот из этого всего видео, конечно, самое жесткое, наверное, что было, это вот с этой девушкой, которая в баре. Получается. Ну да, неприятно как это бы. Это прям вообще, причем вот это, они прям целая компания выпивших мужиков пришла, начала вот так вот дразниться, ну, конечно, это прям вот ужасно некрасиво. А вообще, кстати, если ты хочешь побольше всяких таких моментов понаблюдать, то можешь к нам на стримы приходить. У нас, кстати, сегодня... У нас таких стримов вообще как бы нету. Таких хардкорных. Ну, лиц, да? Нет, хардкор нет, бывает, да. Не ну, нет, у нас бывают забавные моменты. Нет, почему? Бывают забавные моменты. Бывают на забавные. На Ютубе, да. На Ютубе на Твиче. На Ютубе на стриме. Нет, почему просто обычно всякие видосы смотрим, там, фильмы, что там еще. А вот как раз-таки на стримах на Ютубе у нас периодически происходят какие-то такие приколюхи. Кстати, сегодня у нас стрим тоже, если хочешь, можешь прийти, посмотреть. У нас если, такой... если сегодня пятница, то через стрим. Если сегодня пятница, да. Потому что мы не знаем, когда будет этот ролик. Уточним. Да, потому что попробуем такой экспериментальный немножечко формат. Если интересно, вот залетай. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.